Ребята, всем привет! Сегодня мы в Фикспрайсе и будем смотреть, что там интересное. Такие вот брелочки, набор женский. Ручка плюс брелок. Так очень красиво. Такие вот мягкие игрушки, такой зайчик желтый, яркий. Такой мишка очень красивый, маленький такой красивый. Они тут есть разных цветов. Банки. Это набор, чтобы сюда уложить столовые предметы. Там ложки, вилки. Такие вот, как эти, кружки такие. Под соусы такая тарелочка, можно сюда всякие ложить. Вот такие светильники в форме кактуса. Ой, ананаса и кактуса. Зеленый и желтый. Бинокль 6х35. Кружки такие белые. Вот есть с пандой Вандерфокс. Также здесь вот такие есть тоже ручка. Такая серебряная, брелок в виде машинки. Также есть еще брелок для ключей в виде мальчика, такого моряка. И брелок написано «Служу России». Вот еще такие мишки, я там вам не показала, каких они цветов есть. Вот розового есть еще, там белый был, белый, коричневый. И вот такие очень хорошие, красивые мишки. Такая лошадка с разноцветными волосами. Игрушка, телевизор. Если его включить, он музыкальный от 6 лет. Бытовая техника, игрушка, чайник. Наполни водой. Тоже видеть, как будет работать. Холодильник. Там должен светиться машинка. И вот такая еще есть эта машинка. Космический автомобиль. Бытовой техники тут для детей много. Вот такая коллекционная машинка. Красная. Серебряная. С пружинным механизмом. Зеленая. Такая разноцветная. Синенькая есть. Ну, в общем, тут есть всякие цвета машинки. Кто может собирать, кому интересно. Очень много машинок всяких. Гитара такая. Сочиняй мелодии и проигрывай песни. Очень классная гитара. И вот такие набор карандашей со сменным грифелем в виде зонтиков. Также вот такие вот супер яркие стерки. И вот такие в виде доля карбуза стерки. Фигурный маркер. Там 4 цвета. Вот такая вот бутылка очень красивого цвета. Под питье можете брать с собой в школу на тренировке. Очень классный цвет. Это сок оранжевый, на ней можно выжимать. Такие мармеладки Energy и мармелад ягодный смесь. Раскраска с мультика «Тачки». Такая вот раскраска Little Pony. Здесь выполнять не только раскрашивать, но нужно выполнять еще задания.
Очень интересно, тут много всяких заданий интересных. Такая вот с мороженком. С мороженком она. Перерисуй портрет сумеречной искорки. И такие вот фрукты всякие. Тут какое-то задание с фруктами. Также есть вот такие вот занимательные блокноты. Это блокнот-трансформер. Тут тоже всякие задания есть. Можно разукрасить и выполнить всякие задания. Также тут есть наклейки. Очень классный блокнот. Вот есть такой же блокнот. Рисуем и творим тачки. Это наклейки тут такие. Тоже очень интересно. Тут очень много таких блокнотов с всякими мультиками. Также есть занимательный такой блокнот Майя. Здесь все пчелки, которые там есть в мультике. Все интересное задание. Вот сама Майя. Тоже очень интересный блокнот. Также есть такой блокнот с Винни-Пухом. Я вам не все, конечно, блокноты показала, но там еще очень много разных было блокнотов интересных. Я вам вот такие только показала, 4 блокнота. Вот Винни-Пух, кролик. Даже есть вот такая вот книжка «Страны и континенты изучать». Здесь про многие страны написано. Вот Хорватия, например. Можно почитать, кому интересно. Также Мишуткина школа есть. Такие книги по искусству Ван Гог. Кто интересуется искусством, может. Такие английский язык, кто учит сборник упражнений, также такая еще раз разукрашка. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно.